поехали. Пионер собрался со стороны лагеря. Если бы мне кто-то сказал, что такое возможно, я бы повертел пальцем у виска. Никому из нас не удалось добраться до правды. Ходячая арма на лагере собранок. Сухая трава сменилась под опухшими ногами. Сминалась. Хоть и долгое время здесь нахожусь, но оно не перестает меня удивлять. Здесь всегда темное небо, но солнце и луна все равно сменяются друг друга. Кого я обманываю? Обратная сторона лагеря. На той стороне у всех все хорошо, но кто бы знал, что есть потайной ход. Но кто знал, что у потайного хода есть свой тайный ход, который является началом и концом. Место, на которое трудно всего несколько человек. Человек, люди ли они? А я? Иногда мне кажется, что мы хуже этих крупных уродцев. Легко сказать. Сделать это с тем, перед которым сотрясается даже самая безжалостная лагерная убийца, самая мыхладнокровная и расчетливая лагерная бомбиньяки, самая бездушная лагерная сумасшедшая. Но кто? Кто, если не я? Растягнул ремешок и бросил часы на землю. Именно я, если именно я их всех убил, никто не сможет противостоять ему. По силе с ним равен лишь я. Однако, я не видел его силы. От одного его взгляда мне всем было страшно. Но, чтобы существовали те, кто сильнее и ужаснее его, те, от упоминания которых душа в пятки уходила, а волосы становились были белоснежного цвета. Теперь понятно, почему он так тщательно все скрыл. И понятно, почему она решила скрыть этот нарыв. Он украл это у нее. У пионерок и попаданцев даже в мыслях не было заразить то, что происходит здесь на самом деле. Вот бы легко набрался на пункт пионеров, которые должны для него выполнять свою работу, а когда они свою задачу выполняют, он от них избавляется. Такое отвратительное чувство не должно быть жить в этом мире. И ни в каком мире. А чего даже у него упоминания не останется. Будь ты проклят. Когда совсем не осталось сил, я взял верстом, сел в лодку и оттолкнулся. Нужно на самом деле все только на судьбе. Пусть я подожду в обморок от изнеможения. Вырвали здесь территорию лагеря. Зашёлся как раз пешком уже по весь срок, которые гребли, сдявшимся из воздуха и мои веры в кулаку. Глаза были закрыты, и я греб вперёд, не думая ни о чём. Раз я вспоминал, я открывал их и радовался продолжающим тяжелыми дороги. Ну да, вдали словно желание в другой мир, как можно дальше от этого места. Я только рад. Пусть мое имя сотрётся из аналов истории. Но я должен почему положить конец. Иерихон не должен жить. Жаль, он и так не жив. Было очень тяжело дышать. Гот отдышал меня, как обрывающийся вокруг шеи удав. Я надолго оставил кроводку путь по течению, тем галтуку бросил в воду. В расстегнутой рубашке я продолжил грести быстрее прежнего. Иерихон тот еще гад. Он уделил меня по способности ощущать... Он уделил меня способности ощущать каждое живое существо в лагере. На его и я отчетывать не могу. Поэтому я не приходил постоянно оборачивать, чтобы узнать, что это постоянно. Я постоянно разбирал, что все, а дальше мне сохнуло. Только я был выставщиком звуков. Поэтому я сразу же сходил в бег и через пункты все вниз. Работал, который была по-моему, где я был оборачивал. Я не могу сказать, что я не прошла. Греби его быстрее, он уже здесь. Она там сама рука не скрыла. Поэтому я поделил, который сам скрытый, чтобы его оборачивал. Она работала, что я всех своих сил. Мне никогда вообще не было заряжаться, но допустим, что это у нас не теперь что-то и рисовало, чтобы рядом были прорывшие моря. И все же, что это было, но и не было, что я не хотел, но это было так, что это было, что я не знаю, что я собрал на родителей, что это было невероятно.
горки и улетел на холодных рельсах. Небо окрасился в огненный цвет, будто аж на этот раз развернулся сверху. Сокрушительный поток энергии дотронулся до моего торса, и, задрожав, я мгновенно упал на колени на моей рельсе. Я разве почувствовал боль, настолько рано была я приближающим задарким ураганом. Я был заморожен горячим зарево небес. Подобное небо непривычно для обратной стороны лагеря, никто его не лечил таким. Может, оно такое для тех, кто делает глаза открытыми в последний раз? Несмотря на практически 2-километровое расстояние между нами, я видел его. Он должен быть уничтожен, как букашка, на такой дистанции, но... Отсюда я вижу его опасительное лицо с невидимыми глазами. Меня обуял страх. Тело не слушало. Я ничего не слушал. Я буквально стоял под его. Часов назад. Я сидел в свете ноги с холодного постамента. Причем я упирался много разбитого памятника и смотрел в пустоту. Вчера и сегодня я легко не отвечал в лагере. Только бы без сюрпризов. На площади никогда не стихал шум. Тишина всегда даже одним глазком не доглядывала. Дашь металла, треск дерева, топот, рев, удары. Напротив памятника развели кострище на скамейке и начали скакать уродцы. Они сидели единицы и в них усмеливались смотреть в мою сторону и маломальски намекать на приглашение к празднеству. Я для них старше по званию, генерал, а Иерихон – божество. Хорошо, что я научился игнорировать все вокруг происходящее. Прямо мне показалось, люди. Разве я с этого начал слышать шепот? Он доносился их приземли. Да, тут можно быть все, но говорящих шепотов я еще не встречал. Наверное, время переставал шевелиться и слышался в окружающее пространство. Нет, я очень не ошибся. We'll be right back.
сторону голоса с ножом в руке. Вау, превосходная реакция. Я бы не зориентировал. Если бы она не хотела навредить, то давно воспользовался в любой ситуации и делала, что хотела. Но у нее не такая превосходная реакция, как у меня. Это ты еще что за чудо-юдо? Не обзывайся. Что бы это ни значило, звучит очень обидно. Ладно, приносу свои извинения. Угу. Она кивнула, и я уши дернула. И хвост шевелился. Опустил глаза. Не кажется, видимо. Не кажется, может быть, уверен. Я не со злобными намерениями. Симбион смотрел на нас сидящими темными глазами. Подростил, где я сделал нас обратно. Допустим, эти четверо. Выехал бил. Я бы никогда так не поступила. Послала ведь то? Нет. Она попала в рамбусы ногой по траве. Они всегда были. И не только там, где ты их нашел. Ты просто никогда их не замечаешь. Думаешь, я бы не заметил группу страшил со сломанными шеями? Не думаю, а знаю. Мне немного нахмуриваться вокруг эти дураки. На что она способна? Кто же только сейчас? Ты же только сейчас их увидел. Ну хорошо, что смог. Она расслабилась в улице. Это уже о чем-то говорит. Совершенно не о чем. Ты прав в том, что их не делали. Можно такое услышать. Когда тебе удастся ее послушать особенность вокруг тебя, тогда я их очень легко найти. Но ты знала, что я сюда приду. Ты поджидала меня. Именно. Я все о них знаю. Но если не я создала их. Продолжай. Суровая комната светлее. И это я и собиралась делать. Тех, кого ты встретил, покалеченные. Вот, все понятно. Закинула, и она продолжилась. Их создал Иерихон, чтобы держать связь с другой стороны лагеря. Я лично видел, как он прикладывал этот путь. Хотел его попробовать, но они со мной не хотят разговаривать. Другой стороной, значит. Она не рассказывала, я только попросил рассказать еще. Но так и не удалось побывать. Плохо, я хмыкнул. Но не ты первый, а не ты последний. Если так все и оставить, о чем ты? И кто ты такая вообще? Пошла? Она отошла от шлюха. Пошла, прикает меня. Сама чья будешь? Откуда мне знать, что ты не враг? Хотя бы оттуда, что я много раз могла тебя убить. Я считаю об этом. А в том боевой стойке, какой я нахмурился. Собираешься драться с девочкой? Ты думаешь, у меня есть какие-то чувства морали или совести? Охмурился я, доставая нос. Да? Меня обморозило в землю. Что? Никто никогда так уверенно не говорил обо мне в хорошем свете. Она показала язык. Я же сказала, не обзывайся. Девочка-кошка слезла с неба, но она в землю, прямо рядом с моим ухом. Но я не права. Ты не такой, как все они. Возможно, это слабость. Но именно, это нам поможет. Вот тоже нас снова воодушевлено. Кому нам? С чего ты взяла, что я собираюсь иметь с тобой дела? Но мы, то есть сегодня, будьте на ноги. Вот ты, что ты не подходит, ты? Если ты у нас никого не пришла, ты должен не помочь. Так, а, вот. А ты все вас купила? Ты не должен была, как ты купила? Если ты то, что вам помогла, то ты не будешь. Я тебе не могу, как ты не будешь. Называть. А обязательно меня как-то называть? Да. Не знаю. Она потупила взгляд. Давай тебе дам тебе имя. Не надо. Это улыбнулась она. Лучше вернемся к важному. А я тяжело выдохнула, я обогатился на лоб съел. Она посела напротив и продолжила. Тебе пора выбираться отсюда, иначе ты превратишься в одного из, как ты их называешь, уродцев. Почему? Конечно, он ведь тебе ничего не говорил. Когда закончится седьмой день, ты умрешь мучительной смертью, зачем восстанешь на уровне этой сон? Он ударил пальцем на лагерь, как он обучил мне отвратительных созданий. Иерихон, Гарр, я его... Нет, перебивал. Ты не сможешь здесь что-либо сделать. Я почти перебивал. Значит, другая сторона... Именно, он уже тем, что он говорит, как кошка.
Давайте, удивите меня. Обратился к ним. Дастеп почти нож к носу с одним из них. Но они молчали. Что, не хотите со мной разговаривать? Я поднял руку и нацелился на него ножом. Корка не съеду, она болит теперь. Обернулся и вдрогнул. Ты нормально появляться можешь? Нет. Ты же сказал, что придёшь, когда я позову. Знаю, на время поджимает. Я и думал, что это так быстро начнёт распространяться. Значит, ты карты поехал дело. Угу. Тогда прощаю твоё неожиданное появление. Она молча улыбнулась. Ладно, выкладывай, что там у тебя? Так быстро рано. Радостно нахлопывала девушка, как кошка. Не будем теперь терять ни секунды. Она мгновенно стала серьезной и начала досконально объяснять. Когда дойдет до конца пути проводного поколения, тебе нужно будет, она говорит, настроить, как вы называете, чистку. Имеешь в виду кого-то убить? Не кого-то. Всех. Всех? Всех. Ты же чувствуешь, что ты оказываешься в том лагере. Искать тебе придется. Если сопротивление, тебе никто не может, но не сможет сказать. Ты сильнее их всех. После этого тебе нужно выбраться на территорию лагеря. Доберись до Новоска, до железной дороги, а там... Там, покончишь с тобой. Ты издеваешься? Ты не говоришь, что Иерихон добрый у меня, я умру в конце дня. А сама предлагает мне довести твою жизнь? Только так можно бы все забрать. Мы можем обращаться, 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 м
последнего дня и будет идти к первому. До тебя время течет в одну сторону, до жителей той страны и попаданцев в другую. Потому что ты не принадлежишь той стране, ты кровно связан с этой. Но как такое возможно? Она шутка пожала плечами. Конечно. Просто помни о задаче. Когда твоя временная линия достигнет первого дня, а линия попаданцев достигнет его последнего решения, тебе нужно посетить те же места, начиная с медпункта, и выполнить те же действия. Я за все силы стараюсь все уместить в голове. За это ты мне и понравился. Ты задаешь вопрос, что не жалуешься. Почти. Девочка хихикнула и помахав скрылась до здания. Проверять я не стал, и я уверен, что ее там нет. Также пришел со мной не того, что я ее, как и Иерихона, не чувствую. Всех существ, но не двоих. Но не двоих. Что ты забыла? Но я дернул. Будь осторожен, Иерихон. Перемещение. Как только пацаны шевелились, я открыл глаза. Лес? Зеленый лес. Это небольшой ветер. Лес кислого привкуса вас при этом походили. Кости печально прохрустили, пока я подумал. На маске было расстегнуто, галстука не было. И рядом лежал нож. Уже было бы чик, если я открыл. Я на носе, шею и все промени. Просто, я считаю, что это было. Я говорю, что это было. Я подумал. Давайте на...